продолжение темы об эмиграции. Хотел сделать то, что я себе запланировал, но тут между делом попался мне интересный влог. Вот все время обязательно что-нибудь да помешает. Попался я на такой ролик, который называется «Как я нашел работу в Германии без знания языка». Подумал, вот это как раз в мою тему, послушаю-ка я, как мужик здесь в Германии нашел работу без знания языка. И познакомился через этот влог, заочно, естественно, с двумя очень симпатичными людьми. Как я понимаю, Сергей и Юлия – молодая семья из Украины. Здесь я сразу сделаю небольшую оговорку. Это просто совпадение, что эти люди с Украины. Скажем так, это русскоговорящие люди. Я думаю, что если бы на их месте были люди из России, было, наверное, то же самое. Хотя то, что я теперь буду о них говорить, это будет очень жесткая критика в адрес вот этих двух представителей иммигрантов. Кто смотрел мой предыдущий ролик, там я осуждал тех женщин, скажем так, которые не готовы за 800 евро мыть жопу кому-нибудь где-нибудь в Европе. И удивительно, я получил много комментариев, где люди писали, даже мужчины, которые согласились бы за такие деньги мыть кому-нибудь задницу. А здесь совершенно уникальный случай. Сейчас я вам буду рассказывать об этой семье, и я думаю, что вы будете поражаться, как и я, все больше и больше. К чему я сделал эту подборку? Как показать на контрасте примеры тех людей, у которых просто фортуна находилась в кармане, которые получили все, что они хотели, легче и быстрее, чем они рассчитывали. Мы долго мечтали переехать за границу, мы всегда следили за теми людьми, которые уже это сделали, и нам казалось, что... Это очень тяжело. Ну, сначала как бы я думала, что, боже, как круто, они как бы... Ну, это как новая, лучшая жизнь, новый что... Новый опыт, новый экспириенс. Мы долго смотрели за чужими... за подвигами, да. Да. И решили, что пора и нам получить новый опыт в жизни. А мы же любим исследовать все новое, новые страны и так далее. Да, мы много путешествовали. Поэтому мы подумали, почему бы не переехать надолго в другую страну, ну, чтобы не изучить ее изнутри. Ну и плюс, наверное, нужно сказать о том, что в нашей стране, в Украине, там... Сейчас проблемы. Мы с Яриком здесь играем, поэтому будем отвлекаться на него. В этом видео расскажем о всех деталях, как мы сюда переехали. Все здесь, мы здесь благодаря Сережке. Сережку сюда пригласили на работу, ну начинай ты. Дальше все складывается удивительно хорошо и замечательно. Его приглашают на разговор, и через 4 месяца, в общей сложности через 6 месяцев с начала того, как он подал резюме, он оказался с семьей в Германии. Более того, он благодарен фирме был за то, что ему организовали переезд, нашли квартиру и помогли со всем необходимым. Дальше начинается работа. Насколько я понял, Сергей устроился работать на железнодорожные пути, на фирму, которая занимается ремонтом железнодорожных путей, может быть, связок. Я все блоги его не смотрел. Одним словом, это достаточно тяжелая физическая работа. Но в некоторых своих роликах, когда он рассказывает о своей зарплате, в принципе, он доволен. Он получает 2, иногда 3 тысячи евро в месяц. Все зависит от того, работает ли он по выходным и выпадают ли у него ночные смены. Если ночные смены и выходные, они оплачиваются больше, соответственно, у него может выйти до 3 тысяч евро. Ну и, соответственно, в такие месяца, вот, где я много часов работаю, то у меня может быть зарплата там в 1,5 раза больше. То есть не 2000 евро, а 3000 евро. Ну, все понятно, соизмеряется, больше работаешь в 1,5-2 раза, зарплата в 1,5 раза больше, и это нормально. Честно говоря, я бы с удовольствием работал меньше. Ну, в принципе, я имею право работать меньше, я могу отказываться, но пока что... Он может оплатить себе квартиру, в магазинах они стали покупать и особо не смотреть на ценники, когда первые месяцы очень сильно экономили, сразу по приезду из Украины, им казалось, что они вот сейчас скопят очень много денег. Постепенно, естественно, покупают игрушки сыну, мебель в квартиру и так далее, и так далее.
Самое интересное то, что за эти 2 года проживания в Германии они, например, съездили на Мальдивы, можно сказать, Траумурляуб, по-немецки «отпуск мечты», где они провели прекрасную неделю. И что же потом? Я открыл последний ролик в их блоге, его жена в слезах, вот что она говорит. Суки, просто нету слов. Или папа. Сколько можно? Или папа. Только что позвонила Сережке, и он со мной говорил, и потом резко что-то пропал. Слышу, его там отчитывает. Боже, как меня это уже достало. Даже поговорить с мужем толком не могу на этой работе долбанной. Я здесь. Че, она на него кричит? Ты что, по телефону говоришь? Сережка на протяжении дня мне вообще не звонит. Если и звонит, то, ребята, это по полминуты 2 раза в день. У вас все хорошо? Хорошо. А это мне нужно было спросить там настройки в моей камере, что нужно нажимать. И, ребята, вы нам постоянно пишете, что Сережа, Юля, помогите найти нам работу в Германии, переехать. А теперь я тоже хочу обратиться к вам с такими же словами, что у Сережки 2 высших образования. Он в Киеве, когда работал, он занимал неплохую должность. Постоянно приходит в масле, постоянно уставший. Это я вам уже 1000 раз говорила. И эта работа не для него. Он умный. Он не мальчик, чтобы его отчитывали из-за того, что он поднял телефон. И я не знаю просто, в какой момент его там застали, какая у него была работа, потому что у него ответственная работа бывает. Но я думаю, ничего страшного, если он там ответит на телефонный звонок. Обратите внимание, ролик называется «Нелюди. Работа в Германии». Там я оставил очень злостный комментарий, не знаю, сохранили ли они его, а может быть удалили. Я написал так: интересно, почему же ролик называется «Нелюди»? Нелюди – это, видимо, те наивные добрые люди, которые взяли Сергея на работу. Как вы, наверное, заметили то, что я сказал в начале, и то, что говорил Сергей, а если не заметили, то я повторю, Сергей приехал в Германию без знания языка. Вообще с нулевым знанием языка. Он неплохо владеет английским, но вот немецкий он начал изучать уже в Германии. Лично меня это очень поразило. Почему человека взяли без всякого знания языка? Скорее всего, фирма настроена сама по себе на прием иностранных рабочих. Скорее всего, они действительно экономят на заработной плате. Может быть, местным они платят за это немного больше. Там должна быть какая-то выгода, но это не важно. Сергею из Украины на тот момент 2000 евро – это просто настоящая мечта. Его оплачивают не просто как какого-то иммигранта, как официанта в ресторане или то, о чем я говорил, мойщика жопы. Нет, его оплачивают как абсолютно нормального гражданина Германии. И первое время 2000 его полностью устраивают. Дальше у них рождается 2-й ребенок. При этом они постоянно говорят, что и на 1-го, и на 2-го ребенка немецкое государство оплачивает им детские деньги в сумме 192 евро на 1-го ребенка. Жена не работает, занимается 2 детьми. У них квартира в районе 600 евро в месяц. Скажу честно, для большого города это очень недорого. И, ну, то, что я и говорил. Мебель, одежда, еда, развлечения, в том числе отпуск в элитных местах. То есть туда, куда очень многие люди вообще мечтают хоть раз в жизни попасть. Возвращаясь вот к этим слезам и то, что я написал.
Получается, парня без знания языка, с семьей, с двумя детьми, а это, соответственно, понимая, что у него будут проблемы, тем не менее берут на немецкую фирму. Без знания языка, закрывают на это глаза и готовы ему платить 2000 евро. Не за то, чтобы мыть тарелки, не за то, чтобы убираться в туалете или, как кто-то там считает, мыть унитазы. Ему дают 2000 за то, чтобы он на улице, где-то на свежем воздухе, занимался ремонтом железнодорожных путей. Как я понимаю, в слезах его жена заявляет, что ее муж не мальчик, ему, видите ли, 38 лет, и у него 2 высших образования. Вот здесь я поставил бы большой вопрос. В этом случае мне вспоминается самая знаменитая американская поговорка: «Если ты такой умный, почему ты не богатый?» 2 образования в Украине, при этом я еще раз повторяю, это не принципиально именно страна, это может быть и Казахстан, и Россия, скажем так, СНГшная территория. Эти образования все под большим вопросом. И здесь, в Германии, между прочим, знают, как получаются эти дипломы. Я, конечно, положу руку на сердце и скажу, что я верю этому парню, что у него 2 образования, ну вот, например, английский язык он выучить смог. Но все равно, какой бы ты там ни был заобразованный, но если ты совершенно не владеешь немецким языком, на что ты, собственно говоря, рассчитываешь? Тебе несказанно повезло. Тебя устроили на работу и тебе дают 2000 евро. Твоя жена и дети живут в идеальных условиях. Я повторяю, в идеальных условиях, потому что на этой земле полно стран, где у людей не только ничего подобного нет, у них нет крыши над головой. Кстати, в комментарии я там и написал. У меня есть знакомый, который с семьей бежал из Сирии, он работает по 10-12 часов. И, конечно же, не получает 2000 евро, но он счастлив той работе и тем деньгам, которые он получает. Он мне сказал, что просыпаясь, он благодарит Аллаха за то, что у него мирное небо и его дети сыты. Поэтому, когда мне рассказывают, что сюда нельзя принимать беженцев, а лучше принимать, как бы это сказать, белокожих из стран СНГ или ближайших стран Германии, вот после таких роликов я бы поставил это под вопрос. Люди, бегущие от войны, готовы на 10-12 часов за 800 тысяч евро. Человек, приехавший из более-менее благополучной страны, получает 2000, имеет все, но ему этого недостаточно. Видите ли, он тяжело работает. Окей, слезы жены, женщины, люди эмоциональные, оставим в стороне. А что же говорит сам хозяин блога? Он рассказывает, что у шефа сдают нервы, что, скорее всего, шеф вызовет его на разговор и, возможно, уволит. Почему? Сергей разводит руками. И теперь он, в общем-то, с такой пофигистской улыбкой, ну ничего страшного, уволит, да и мне пофигу. То есть парень наработался. Это не тот темп, который я себе вижу в своей жизни, который я себе хочу. И, в общем, как-то постепенно эта работа стала меня конкретно не удовлетворять. И представьте, мир какой-то такой интересный, как у меня наросло неудовлетворенность работы, вдруг и мой, не знаю, не буду плохих слов говорить, в общем, прекрасный начальник, итальянец. У него тоже наросло недовольство. Но я проанализировал ситуацию. Пока что у меня на понедельник назначен с ним разговор, но... Это он хочет видеть Сережку, а не Сережка. Да. Он меня вызывает в бюро, в офис и будет меня отчитывать, там, не знаю. В общем, будет великая битва. Сами не знаем, что там. Да, неизвестно, что будет, но мне все равно. Потому что я сыт по горло, как я говорил. Я подумал, чем это вызвано. Проанализировал ситуацию, и конфликт случился из-за того, что я попросил нашего не начальника, а там у нас баулайтер есть, не знаю, это как.
В общем, человек, который планирует работу на неделю, попросил, что мне на вторник надо там 5 часов быть свободным, если это возможно. Он мне позвонил и сказал, что это невозможно, надо ехать в Нюрнберг на целую неделю. Я говорю, хорошо, я поеду. Если так надо, то я поеду. Говорю, просто ну, жене тяжело, говорю, с детьми ехать в аэропорт, встречать тещу. Но если уже никак, то я поеду. Он сказал, ну, я попробую что-нибудь придумать, может, ты как-то тут останешься. В общем, я даже не мог предположить, что так обернется. Он обратился к этому шефу, и этот шеф, я так понимаю, пришел в ярость от этого, что там надо на 5 дней ехать работать в Нюрнберг, а я тут хочу остаться, и он меня оставляет. Уже я... Мало того, ты даже на выходные уже работу тебе отменил. Да он целую неделю мне свободную сделал. В общем, это такое наказание, что ты теперь как без работы, не заработаешь денег. Хотя мне в один день надо было 5 часов, но теперь вся неделя свободная. И что далее? Может, что-то изменится, не? Ну, неизвестно. Вот будет, будет этот разговор. Я прикинул, чем это вызвано, тем, что, наверное, я месяц назад, когда Полина родилась, я попросил один день выходной, чтобы забрать Юлю из роддома. Они мне его дали тоже, так не хотя все было. Дали, потом что-то посмотрели законы и дали даже 2 дня отпуска вместо выходного. Ну, переписали этот день по-другому, оформили и заплатили мне как отпуск. Это потому что это в Германии есть какой-то закон, там 2 дня отпуска положено при рождении ребенка. И потом еще раз один день я просил выходной, когда моя мама улетала, чтобы ее провести. И они тоже его дали. А теперь вроде еще раз мне надо выходной, и у него лопнуло терпение. Друзья мои, вот вы писали, я готов за 800 евро мыть жопу. А тут, понимаете, за 2000 и наработался. Потому что с женой поговорить по телефону никак нельзя. Она по 3 раза в день звонит, а шеф, ну вот он такой, понимаете, Сергей не может понять, почему же шеф злится. Но неужели нельзя по-человечески дать человеку поговорить с женой? Действительно, а там глядишь и перекур, а там глядишь и обед по часу, и все будет так же, как на родине, как привыкли. Удивительно, почему же развитые страны живут лучше, чем другие страны? Об этом я, кстати, еще буду много говорить. В Америке первые 5 лет у людей невысшей квалификации отпуск в год составляет 2 недели. Если вы мне не верите, ищите ролики, где люди рассказывают об этом. Первые 5 лет больше, чем на 2 недели, можешь вообще не рассчитывать. Более того, коренные американцы работают на 2 и 3 работах. Не потому, что их заставляют, они сами по себе такие. Точно так же немцы – необыкновенно работящие люди. Если они получают рабочее место, то они этим местом очень дорожат. Я написал этой женщине в комментариях, что 38 лет, и как она говорит, он не мальчик, чтобы его отчитывали, это для Германии детский возраст. Он будет работать еще минимум 30 лет, хотя в их случае я очень сомневаюсь, до 68. Средний возраст умирающих стариков в Германии 80, 90, 92, 95 лет. Поэтому даже если герой этого влога в 68 лет выйдет на пенсию, он еще 25 лет может спокойно шиковать на свои заработанные деньги. Кто-то скажет, а разве это жизнь? Работать, работать и еще раз работать. Весь мой этот ролик посвящен только одному единственному тезису, которую я хочу сказать в конце. Если вы не хотите, не умеете работать, даже не пытайтесь эмигрировать. Здесь вам не намазанное медом место, здесь никому ничего за даром не дают. Сюда стремятся люди со всего мира. Позже в своем ролике я покажу, как живут беженцы из Афганистана, Пакистана и других стран, из стран, где действительно тяжело. Люди, которые действительно благодарны за то, что они здесь получают.
Если вы привыкли жить спустя рукава, если вы привыкли перекуривать, отдыхать, болтать по телефону со своей женой, беспрерывно брать выходные, если вы думаете, что кто-то здесь на это будет закрывать глаза, вы очень сильно ошибаетесь. Если при этом еще вы не особо ценный специалист, то есть физик-ядерщик, химик-биолог и так далее, а человек, который со своими дипломами может только ложить рельсы, но потому что он элементарно не знает немецкого языка, так извините, на что же вы рассчитываете? Тогда просто сидите дома, получайте 250 евро или сколько вы там получаете со своими высшими образованиями и можете и дальше вести такую спокойную, вольготную, вальяжную жизнь. В странах развитой экономики вам придется работать, причем работать так же, как это делают местные, получать удовольствие от работы и знать, что я отрабатываю 8 часов, у меня есть выходной, суббота, воскресенье, у меня очень много праздничных дней в году, у меня в Германии это 5 недель заслуженного отдыха, и я могу провести их даже на Мальдивах. Так вот, вот это все, господа, оно стоит некоторых усилий. И поэтому те, кто рассуждают об эмиграции, я считаю, это очень важный ролик. Смотрите на таких людей, учитесь тому, что люди, просто хватая удачу за хвост, через какое-то время становятся недовольными своими 2000 теплой квартирой, хорошим питанием и шефом, который почему-то от этого парня, черт побери, требует работы. Вот же сволочь. Вот бывают же такие нелюди. Не могу, меня вот тоже Германия достала. Ну и, соответственно, в такие месяца, вот, где я много часов работаю, то у меня может быть зарплата там в 1,5 раза больше. То есть не 2000 евро, а 3000 евро. Как все начиналось? Когда сюда приехал, после Украины, те деньги, что тут платили, казались большими, да, там, 10 раз больше зарплата, чем в Украине. И эта работа не для него, он умный, он не мальчик, чтобы его отчитывали. Отношение доктора очень хорошее, вне зависимости от того, вы... Да, от вашего социального статуса. Доктор с вами будет разговаривать учтиво, вежливо и нормально. А у нас же разговор доктора с вами, его вежливость зависит от того, кто вы, заплатили ли вы, не заплатили. Сколько заплатили. В общем, в каких вы отношениях с доктором, от этого зависит, как он с вами будет общаться. Ну, плюс еще казалось, там, выучу немецкий, там. Прошел год, я как-то осознаю, что особо немецкий там на работе мало сдвигается, потому что там не с кем говорить. Суки, просто нету слов. Потому что я сыт по горло, как я говорил. Я еще хочу показать вам сейчас подарок бесплатный, который я забрала в Росмане. Я сама еще его не видела. Возле Росмана вы найдете вот такие брошюрки, они постоянно при входе лежат. Я заполнила, принесла кассирше, и она мне дала вот такую огромную коробку. И нужно будет такое же сделать и в магазине DM. У них там тоже будут подарки для нас. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Открываем вот так. Здесь купоны какие-то. О, боже, здесь как много купонов, смотрите. Разные скидки на разные товары. Здесь такая книжка и куча. На еду, на мыло, на что еще, и памперсы, на все для деток скидки в этом магазине.
Ой, здесь сколько всего крутого! Не могу, меня вот тоже Германия достала. Потому что я сыт по горло, как я говорю. Сыт по горло, как я говорю. Сыт по горло, как я говорю. Приезжайте на Мальдивы, вы не пожалеете, тут супер.